вылетаем в Лос-Анджелес. Произошло знаменательное для нас событие. Мне кажется, это очень большой человек здесь у нас. 7 января 2021 года мы сейчас вылетаем вместе с Аней в Лос-Анджелес. И она еще не знает, что там я сделаю ей предложение. Полетели в Америку. У нас начинается первый день в Америке, и посмотрим, сейчас свяжусь с моими друзьями местными, узнаю, смогут ли они сегодня с нами поехать в одно особое для меня место, где я как раз хочу сделать Ане предложение, сделать для нее этот внезапный сюрприз. И сегодня же, чуть позже, сюда должны привезти очень крутую тачку, на которой мы будем ездить ближайшие несколько дней. Я в маске, потому что здесь все обязаны везде ходить в масках, здесь с этим очень строго, и все это конкретно соблюдают. Так, друзья, ну что, тачку привезли. Вы готовы увидеть, что это? Это Mercedes AMG, да еще и непростой. Это GTR Roadster. Так, ну что за тигр вообще здесь подъехал? Мне кажется, это очень большой человек здесь у нас. Бро, ты как помещаешься, а? Сейчас слава. Опа, чё, бро. Угарно, что когда встречаешься с Тимохой Мозговым, вот как почувствовать себя хоббитом? Встреть Тимоху сразу. Короче, это прикол. Тимох, ну ты у нас это, в Лас-Вегас, да? Как настоящий житель Лос-Анджелеса, едешь на выходные в Лас-Вегас. Да, да. Да, я, кстати, на машине поеду. Да ладно? Ну, да, ну а что, на ней по кайфу вообще будет? Да. Ой, блин, это вот местный стиль, да? Можно взять при желании эти апельсины на номер. Да слушай, такие дали на самом деле. Это нет, это же флоридские номера у меня, не калифорнийские. Типа нет. В Флориде все с апельсинами, что ли? Ну, там все мандарины, брат. А, мандарины? Абхазские? Это мандарины. Как это они так сделали, а? Слушай, на самом деле... Смотри, ну реально есть место, офигеть. Да, есть место, что касается... Я поэтому на нем и езжу, потому что больше... И сверху, смотри, есть. Ну, да, пристегивайтесь за рулем обязательно. Обязательно. Диски очень идут, Тимох, очень хорошо. И без номера спереди, конечно, это отдельный кайф вообще. Был бы спереди номер, было бы не так круто. А? Можно по правилам без номера спереди. Ну это вот просто огонь. Давай, бро, легкой дороги. Чувак, уже зеленый, пора. Давай, подтопи. Вот. Ну что, ребят, погнали. Опачки. О, тогда я понимаю, звуканский. Блин, ну это просто бомба вид, слушай, я вообще прям... Это очень сильно, да. Специально отошел от Ани, все, сейчас уже через пару часов мы же выезжаем на точку X, где буду делать предложение, там будут наши друзья, которые помогут все это снять, будет круто, погнали. Трансформер. Только припарковались, и вот ты села за руль, и сразу за нами шериф приехал. Вот что такое? Что ты натворила? Вот они, родненькие. Маша, Ксюша, настоящие. На мега паршаке, кстати, а? Вот это вообще. Бро. Паша Суслов, наш Automotive Guy. И Ксюша. Я тебе скажу, что ты будешь брать. Нет, я не буду толкать.
слышно на видео. С ребятами тоже, с Пашей, с Ксюшей, извините, заговариваюсь чуть-чуть. Были вон там. И ребят нам сделали фотографию. Да. И там на заднем фоне, вон там внизу, чувак упал на колено, тоже сделал предложение. Я тогда это увидел, подумал, блин, наверное, это знак. Наверное, если делать предложение, то есть, конечно же, делать предложение, то здесь. А вот, да-да-да, вон он там, мы потом вставим еще на монтаже, вон он, это уникально совершенно получилось. Несмотря на этот чумовой коронавирусный год, на непростость, ну, не просто было прорваться сюда, нервно. Вот, thank you so much, thank you. Так мило еще, вокруг здесь люди были, они стали свидетелями этого представления. Вот. В общем, мы здесь, я очень рад. Остальное потом, мы пошли пить шампанское, ребята шампанское с собой взяли. Просто посмотрите, как здесь офигенно. Паша, можно помнить для зрителей, это что за место вообще? Это Малибу, правильно? Малибу. То самое Малибу. Малибу, Westward Beach. Там есть парковочка огромная. Внизу. Там приехать на пляж, позагорать, покупаться, просто посидеть. Если пройти в самый конец парковки, то здесь мы можем подняться на хайк, с которого открывается вот такой вот просто подъездный вид. Здесь много площадочек, где можно посидеть, отдохнуть, почилить. Ну а сейчас мы едем отмечать. Yeah. Заранее, за пару-тройку месяцев мы с ребятами начали продумывать их поддержку. Просто и Паша, и Ксюша, они занимаются сферой видео и не только продакшена. Я знал, что эти люди, как никто другие, смогут нам помочь все хорошо снять. И кроме этого, именно они нам открыли вот это место здесь. Небольшой Need for Speed у нас с Пашей. Вообще красота, а? Какой кайф, что в Калифорнии можно взять, как у нас вот произошло знаменательное для нас событие. И мы сразу выпили немного шампанского, да, и это не проблема, если ты здесь выпил... Кто-то немного, кто-то много. Да, немного или даже чуть больше, чем немного алкоголя. Здесь главное, чтобы ты оставался адекватен. Если ты адекватен и готов нормально ехать, то, пожалуйста, вперед, у тебя не будет никаких проблем. Сейчас у Ани спросила, она вообще предполагала, что сейчас у нас сегодня может произойти это событие, а она говорит нет. Ну, потому что я... Ну, а скажи... Думали с тобой о каких-то там планах, да, в будущем, но разговаривали про них, но как-то мне казалось, что, типа, как бы я не задумывалась, когда это может произойти. То есть я такая, мы летим в Лос-Анджелес, круто, мы идем и видимся с друзьями, там, идем гулять с друзьями. Но у меня, короче, не было каких-то мыслей, что сегодня просто мы пойдем гулять. И как бы, блин, если были бы мысли, я бы там платье надела, как-то романтично. То есть ты реально не предполагала? Да нет, офигенно. Конечно. Значит, я все грамотно подготовил и не спалился нигде. Ну нет, в тот момент, когда ты мне сказал, закрой глаза, я такая думаю, что ты мне... Ну я думала, что ты мне какой-то подарочек, сейчас, наверное, подаришь, как ты это любишь, типа, сюрпризики делать. Да. И, в общем, у меня задрожали коленочки, я потеряла дар речи. Хорошо, что не потеряла сознание, потому что там далеко было бы падать, надо было тебя ловить. Я сейчас только понимаю, что произошло, и у меня подступают слезы. Блин. Душевность. А я тогда включаю в честь этого рейс-режим. Поехали.
попробовать местным сейчас показать неплохой уровень, я прям нервничаю. Опа! Уф, аж как-то подтрясывает от счастья прям, ух!